К принятому по инициативе Казахстана единому кодексу поведения для достижения мира, свободного от терроризма, присоединились 80 государств. Таким образом, созданная глобальная коалиция по борьбе с терроризмом расширяется. Вот на днях антитеррористический кодекс подписали представители Сент-Винсента и Гренадин. Это государство в Карибском море. В отличие от 19 объемных международных секторальных конвенций о борьбе с терроризмом, казахстанский кодекс стал более емким и понятным. Он содержит 10 простых постулатов в сфере борьбы с терроризмом. Выделены такие пункты документа, так как непредоставление территории для совершения терактов, нулевая терпимость к терроризму, целостный государственный и общественный подход в борьбе с этим злом. Представители стран-членов ООН отмечают вклад нашей республики в укрепление международного сотрудничества в противодействии терроризму. Это очень важная проблема для всех членов ООН. Терроризм угрожает всем нам сегодня и влияет на наше будущее. Под этой угрозой оказалась неопределенная часть мира, а она имеет транснациональный характер и сказывается на всех. Есть понимание того, что такой глобальной угрозе надо противостоять всеобщими действиями. Ни одна страна не может в одиночку бороться с терроризмом, и необходимы коллективные меры. Поэтому возрастает значение казахстанских инициатив совместно с соответствующим контртеррористическим отделом ООН для обмена мнениями и накопленным опытом по противодействию терроризму.